Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории как к тому, что было, и этого не вычеркнуть из нашей истории. Мама с папой ругались и громко друг на друга кричали. Я плакал и не хотел, чтобы родители так сильно ругались. Но вместо того, чтобы ко мне прислушаться, мама мне в ярости говорила: «Ты тоже вырастешь таким, как твой отец!» Папа хлопал дверью и уходил не раз из дома. Но, как правило, в ночи этого же дня он и возвращался. Но все-таки один раз он ушел и не вернулся, сказав: «Да будь по-твоему, но жить я с тобой не буду никогда». Папа ушел жить к бабушке и дедушке, но все-таки выполнил требования мамы. Параллельно с ней он со своим другом открыл бизнес. Они ввозили по частям импортные лазеры в Россию. И из этих частей собирали медицинские установки. Паяли, дорабатывали и, конечно, вешали свой шильдик. Даже сертификаты у них были и патенты на изобретение очень серьезно. Не китайские лохотроны с лазерной указкой, а тяжелые профессиональные лазеры. Самые маленькие размером с микроволновку, а большие с холодильник. И эти лазеры они с другом собирались продавать в наши больницы для лечения крови и других болезней. Ну, конечно, не только больницам, но и частным клиентам тоже продавали. Тогда было такое время, когда через телевизор экстрасенсы заряжали воду, а люди покупали цирконевые браслеты и кремлевские таблетки. Ну и лазеры, конечно, тоже покупали, но, конечно, несколько реже, потому что они были сильно дороже. Я не знаю, как эти люди использовали серьезную технику без медицинского образования, но это было и не важно. Бизнес обязан был быть успешным и... На апогее один раз по Первому каналу телевидения ОРТ в перерыве футбольного матча папа и его друг дали рекламу своей фирмы. Всего 5 секунд, только название и номер телефона. Не так масштабно и мощно, как реклама вентиляторного завода, но вы только вдумайтесь. Реклама по Первому федеральному каналу. То, видать, пора настала заключать договора. Вам пора. И вам пора. С вентиляторным заводом заключать договора. Заключать договора. Если вам не по карману ставить новую систему, мы вам старую наладим за приемлемую цену. Вам пора. И вам пора. Заключать договора. Если любите прохладу, свежий воздух круглый год, обращайтесь на Московский вентиляторный завод. На вырученные деньги папа купил дедушке и бабушке японский телевизор с видеомагнитофоном, а себе компьютер. IBM совместимый компьютер. PC. SX-386. Это был настоящий джекпот. Хотя я виделся с папой только по выходным, и то не каждым, но каждый выходной был моим днем в персональном Диснейленде. На видеокассетах были записаны фильмы с гнусавым переводом. «Терминатор», «Хищник», «Полицейская академия», «Один дома», «Звездные войны», и я пересматривал их по нескольку раз. Еще, ну, я знал их просто наизусть. Да, конечно, по телевизору показывали тоже иногда крутые фильмы, а потом и появилась и кабельная, на котором крутили антологию «Кошмара на улице Вязов» и «Пятница 13-е». Которые для 8-летнего ребенка не сильно, конечно, подходили, но хотя я их посмотрел вместе с мамой все,
Мне было очень страшно, я закрывал глаза, но при этом страшно было интересно. Но все-таки видеомагнитофон давал свободу сесть в любое время перед телевизором и выбрать, что хотелось больше именно мне в конкретный момент времени. Будь то это первая часть робота-полицейского, или же две части фильма про черепашек-ниндзя без перевода на русский язык. Отец же сидел перед компьютером в то время, пока я зависал перед видоком. Не то чтобы мне был компьютер неинтересен, просто папа был серьезно занят его изучением. И в первую очередь тем, как его можно еще улучшить. У него скоро компьютер превратился из 386 в 486 DX66, а затем и в Pentium с CD-ROM. Конечно, папа меня пускал за компьютер, показывал команды DOS и горячие клавиши Norton Commander. И я знал, куда нужно было зайти и запустить golden.exe. Времени на выходных для нас двоих было мало, и по мере моих посещений все больше времени за компьютером становилось у меня и меньше у папы. Я уже играл в интерактивные вестерны Mad Dog McCree и отправлял армии сражаться за Тибирем в Command & Conquer. А для папы компьютер, как и его работа, стала превращаться в игрушку. Он собрал компьютер по максимуму на то время, самый крутой из всех возможных. На работе тоже все клиенты купили себе лазеры и некому стало еще продавать. Рынок насытился. Папа все реже занимался лазерами, ведь продукт был готов, и все больше возвращался в свое НИИ. В итоге, по прошествии месяцев, он оставил фирму полностью своему другу, занимавшемуся продажами, и вернулся на полный день в НИИ. Он вернулся и обратно к нам с мамой и сестрой. Зарплату ему так и не платили. Все опять встало на круги своя. Бабушка приносила битые яйца и гнилые овощи, а мама на зарплату старалась купить мясо, чтобы прокормить нас на месяц. Разницей было то, что по телевизору больше стало детских передач. Появился канал 2x2, по которому крутили аниме, Роботек, Макрос, появились эпичные мультики вроде Конана Варвара, а с зарплаты мама старалась мне принести китайский клон Лего. В школе мы стали играть в Конана и его тупого Феникса. Фениксом был я, а Конаном мой друг. После школы мы либо шли ко мне, что было, конечно, редким делом, так как у меня были клоны Лего, а у друга стояли фирменные наборы. Фирменный огромный космический корабль из Лего, что-то вроде летающей тарелки. Добывающая руду станция на удаленном метеорите, да еще был набор из лего-машин. Ну, либо мы просто гуляли по дворам. Мы любили забираться через забор в заброшенный детский сад и играть в шпионов, когда там, конечно, не было местных наркоманов. Если наркоманы все-таки были, то мы просто слонялись по району и собирали пивные пробки. У нас с ним была у каждого своя, немного вонючая, но обширная коллекция этих пробок. Если попадались какая-то повторная пробка, то мы менялись. Родители моего друга были из Украины, и у него были особые уникальные экземпляры, коих я никогда не мог бы в принципе заполучить. Впрочем, одну такую уникальную мой друг отдал мне безвозмездно для коллекции. Да, ну, вся эта история с пробками звучит, конечно, странно, немного дико, что мы поднимали брошенные местными алкашами жестяные кружочки, а иногда выковыривали особо ценные экземпляры из собачьих какашек. Но дело в том, что все собирали вокруг что-то такое крутое, вроде вкладышей из жевательной резинки, но у меня просто не было никогда карманных денег. Да и в семье денег, в принципе, не было, чтобы покупать жвачку. Поэтому для меня это была, можно сказать, ну так, единственная альтернатива что-то ценное вообще коллекционировать. А для моего друга, ну, он был странненький. И когда он шел ко мне, он пел об этом песню на всю улицу. Все знали.
Конечно, такое финансовое состояние ни меня, ни сестру, ни маму не устраивало. И мама снова начала давить на папу. Особенно ей тяжело было, что папа ее предал. Деньги, когда они были нужны, он потратил на бабушку с дедушкой, а не на нашу семью. И, мягко говоря, на всем этом фоне посещать бабушку с дедушкой вместе с персональным моим Диснейлендом было маловозможным. Ну нет, конечно, был период в каникулы и буквально еще где-то неделя летом, когда учеба в школе уже закончилась, а мы еще с бабушкой и дедушкой оставались в городе, а не на даче. Но все это было не так, как хотелось бы мне. А в церкви маме все меньше и меньше платили. И на папу она давила больше и больше. В итоге через знакомого она порекомендовала папу обслуживать компьютеры в американской фирме Deloitte & Touche СНГ. Компания только начинала разрастаться на российском рынке, и немаленькая часть сотрудников были иностранцы. Папа, конечно, хорошо разбирался в компьютерах, но для него причуды иностранных боссов были, мягко говоря, в диковинку. Но так или иначе, там платили, и платили хорошо. Так что достаточно быстро у нас появился дома большой цветной корейский телевизор, большой корейский холодильник, а старый ЗИЛ был отправлен на дачу. Плита итальянская, стиральная машинка немецкая с сушкой. В общем, все, что не хватало маме в быту. Да продукты просто появились, и бабушка почти перестала к нам приезжать и кормить нас. У папы на столе появился ноутбук Compaq LTE Elite 486. Ну, конечно, рабочий. На котором были запущены, как правило, Color Balls. Мне родители подарили два огромных японских робота-трансформера, а затем и радиоуправляемый джип. Конечно, теперь мы с другом зависали уже у меня. Мы сражались с трансформерами друг с другом или против Годзиллы, роль которой выполняла наша кошка Мурка. Мурка была плохой и совсем не агрессивной Годзиллой, но а что делать, выбирать-то не приходилось. У друга дома была Sega Mega Drive 2. И я ему очень завидовал, потому что хотя у нас дома и стоял ZX Spectrum, но все-таки этот старичок сильно уступал консоли из новой реальности. Родители мне консоли категорически не хотели покупать, потому что я бы глаза портил перед телевизором. Ну, не из-за того, что я посажу кинескоп, нет. И утверждали, что компьютер намного, намного круче. Но я-то знал, что да, компьютер намного круче, но только другой компьютер, к которому у меня теперь доступа-то не было. А у друга мне не доставалось поиграть почти никогда, либо очень редко. А с появлением папиного ноутбука эта проблема решилась. Папа редко его брал на работу, и он стоял в основном на моем письменном столе. И поэтому я быстро на него поставил XCOM и до сих пор физически ощущаю, каким это счастьем было. Даже когда нельзя было играть на компьютере, из-за временных ограничений, мы с другом составляли планы по штурму базы пришельцев, придумывали комиксы про павших героев. А так как компьютер был и у него, и я перетащил к нему тоже XCOM, мы менялись дискетами с прохождением, с сохраненными играми и вдвоем проходили одну и ту же кампанию. Вот он, инопланетный мозг, тяжелая плазма, боха! На компьютере я также осваивал WinWord и CorelDRAW. Там были крутейшие клипарты. У меня даже возникла своя идея, а что если выпускать газету? Нужно было заполнить пару страниц клипартами, немного выдуманных новостей и вуаля! Такую газету я планировал не только выпускать с помощью принтера у папы на работе, но и продавать в классе за 2500 по цене батона хлеба. Конечно, я не просчитывал затраты на печать, но, как мне казалось, бумага на принтер и, собственно, краска, они бесплатные. Так оно и было для меня. Моя идея должна была решить вопрос с карманными деньгами, хотя и была очень рискованной.
Однако, несмотря на риски, моя идея выстрелила. Газету раскупили сразу же. Меня просили обменять газету на киндер-сюрпризы, но я брал только наличные. Тираж в 4 экземпляра принес мне 8 500 рублей. Ну да, не 10, ну у кого сколько было. И вот на все деньги я купил наклеек для альбома по Mortal Kombat и изрядно его заполнил. Я начал думать над вторым и сразу третьим выпуском и туда решил добавить анекдотов и своих стихов. Ну да, я писал стихи на уроках математики, потому что мне было скучно, а все примеры уже были решены. Ничего удивительного. И вот, на втором выпуске все пошло не так. Меня начали критиковать учителя, что я занимаюсь спекуляцией, что вызовут родителей, отобрали у меня этот тираж, но денежную машину мою уже было не остановить. В один из дней ко мне на перемене подошла учительница и спросила, можно ли в газете ей напечатать ее собственные стихи. А она бы взамен уладила конфликт с другими учителями. Ну и я согласился. Весь тираж она выкупила, оплатила, так что выручка за тот тираж была двойной. От ее предоплаты и от продажи оставшихся экземпляров, которые, соответственно, она не взяла. Мой успех был ошеломительным. Ну, не знаю как, наверное, через друзей-одноклассников обо мне узнали и в других школах района. И просили новые выпуски, вносили предоплату. И 6-й выпуск был полностью выкуплен вне моей школы. А моя газета была вывешена просто в формате стенд-газеты в переходе между учебным и спортивными корпусами. В общем, нужно было расширять бизнес. Я просил родителей купить мне сканер, так можно было перейти в профессиональную лигу журналистики. Но родители отказались, да и к следующему выпуску не суждено уже было выйти в свет. Папе, как я говорил, не очень нравилось обслуживать тупых иностранцев. В НИИ он был начальником отдела, а тут какой-то мальчишка на побегушках. Лазить под столом, чистить шарики в мышках, прикручивать клавиатуры к столу, чтобы они не съезжали у этих странных людей. Но, тем не менее, папу ценили и говорили, что с ростом компании для него организуют свой технический отдел, нужно больше времени, обещали большую зарплату и, не знаю, времени ли не хватило, или тот факт, что в ней начали возвращаться люди, его коллеги. Но в один из дней я пришел домой со школы и не увидел ноутбука на столе. Не трагедия, но неприятно. Когда отец уже вернулся с работы, он сказал, что да. И через неделю больше туда, на свою работу иностранную, не пойдет. Я не могу сказать, что все опять вернулось к тому, что с чего, собственно, и начиналось. Наверное, оставались какие-то накопления, плюс мама ушла из церкви в патентную компанию с иностранным капиталом. Там платили больше, чем в прачечной церкви, но все-таки много ли платят уборщицам? В таких условиях ни о каком сканере, конечно, не могло быть и речи. Это было грустное время, потому что у меня не было ни ноутбука, ни друга, а он недавно переехал на другой конец города, и не было карманных денег. Сейчас я совсем плохо помню те чувства, что я испытывал, и, наверное, память это осознанно потерла. Может быть, это было что-то вроде депрессии или отчаяния. Я видел, что мне еще учиться еще больше половину срока. У меня начали появляться тройки, хотя я был почти всегда отличник. И вспышкой я помню один момент, когда я собрал все свои разбросанные игрушки, да еще гордо расставленные на тумбе 2 трансформера, сложил в пакет и закинул их в угол, за телевизор, где пылились уже долгие годы рулоны миллиметровки. Все. Детство кончилось. Этот период продолжался, наверное, без малого год или, может быть, полтора. Проблесками были посещения бабушки с дедушкой. Может быть, еще походы на радиорынок с отцом, где мы выбирали диск с новой игрой, но одно дело купить, а другое дело в него поиграть.
Я, конечно, просил мне привезти компьютер от бабушки и дедушки, но мама всегда была против, потому что это было предательство и глаза ломать. В общем, шли месяцы. Затем унылое серое лето, полное дождей на даче, гнилых ступенек, простуд, грязных от земли ботинок, бесталанного внеклассного чтения. А затем, где-то в конце июля, приехала мама и привезла пачку ксерокопий. Две толстенные такие книги, сшитые бечевкой, наверное, листов 500 или 600 формата А4, а может быть даже больше. Копии с игровых журналов GameXe, навигатор игрового мира, страны игр. И это было мое, пусть и черно-белое, но окно в мир высоких технологий, виртуального мира. Я перечитывал статьи по нескольку раз, вначале читая об играх, потом анализируя прохождение, а в третьем прочтении разный стиль авторов. И тогда я понял, кем хочу быть. Ну, точнее, не понял, а появился у меня выбор. Я хочу писать программы и игры. Или писать про игры, как писали о них в игрожуре. Конечно, я упрашивал бабушку поехать пораньше обратно с дачи в город, чтобы иметь немного времени перед школой, но это никогда не получалось. Однако в этот раз в середине августа приехала мама, сказала папе, у которого был на даче небольшой отпуск. Сказала собираться здесь и сейчас и ехать с ней, а нам приезжать следом, как сможем. Нет, никакой, конечно, паники не было, но это было крайне необычно и странно. Мы вернулись в город, и у меня наконец-то появилось долгожданное время на компьютеры фильма. Буквально день, может быть два, мы прожили втроем. Как приехал папа с большой коробкой и сказал: «Это мы с мамой купили тебе». В коробке лежал новенький ноутбук. Дорогущий. Может быть, даже дороже, чем компьютер у бабушки с дедушкой. Ровербук Discovery KT4. Я очень удивился, потому что мне внезапно решили купить компьютер. Не совсем такой, как я просил, но секрет был в том, что мама убиралась в кабинете директора. Директор-иностранец совсем не был похож на других директоров и начальников, с которыми ей приходилось сталкиваться. Как иностранец? Русско-американский еврей. Казалось бы, он ходит и общается с министрами, отшивает своих начальников. А тут он вставал с кресла, когда заходила с шваброй и с ведром мама, и давал ей просто вымыть пол. Ведь работу и время человека надо было уважать. Он встречался с мамой в лифте и первым здоровался, ведь он мужчина. В один из дней он столкнулся с ней в коридоре, и ему надо было что-то там срочно сделать, копии какого-то договора. Директор попросил это сделать маму. Но мама не знала, как обращаться с большим ксероксом. И тогда он ей показал, как им пользоваться. Вот одна страница, вот оборот, вот кнопки. И остальные страницы мама докопировала сама, пока директор говорил с кем-то важным по телефону. А потом еще раз и еще, пока он не назначил ее ответственным за копировальную технику в компании. Чтобы было всегда, краска, бумага и ничего не застревало. Конечно, в дополнение к работе уборщицы, но с доплаты. Ведь работа и время должны были оплачиваться. А вот в один из августовских дней, когда мама убиралась у него в кабинете, директор сказал: если у вас есть какие-то накопления, то потратьте их до конца недели. Не потратите — все пропадет. На календаре было 16 августа 1998 года. Ровно через неделю мой день рождения. А здесь уже лежит мой подарок, о котором я так давно мечтал. И еще целых 2 недели каникул. А даже если бы и не 2, то теперь у меня есть свой собственный, а не папин, а мой компьютер. Сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвация. Не. Все, твердо и четко. Твердо и четко. Для нас это очень тяжело. А как это будет дальше, я не знаю.
жили, вроде стали как на что-то надеяться. Это более-менее для нас стабильность. И вдруг раз... 12 рублей рис стал. Можно? Можно жить? Я не знаю, что думает. Что народ думает, когда же он подымется-то?